на канале «Время с Тимой». Привет, Тим! У меня для тебя сюрприз. Но я его тебе так просто не отдам. Ты должен угадать. Итак, слушай внимательно песенку. Что за песенка? Чаггингтон! Молодец! Ты угадал! Итак, держи свой приз! Что это? С Чаггингтона! Это железная дорога с паровозиком из Чаггингтона! Правильно! Открывай быстрее! Итак, что там? Убирай эту коробочку. А на большой коробочке покажи, какие там паровозики нарисованы. Ты знаешь, как их зовут? Наверное, не все детки знают, как их зовут. Это Шупи-Поезд, это Чижи, это Бьюшты. Итак, давай посмотрим. Синенький – это у нас Брюстер. Желтенький – Супер-Поезд. Да? А голубой или белый, это такой, как у нас, его зовут, как зовут нашего поезда? Чезель. Его зовут Чезл, молодец. Ну, давай быстрее строить дорогу, смотреть, как Чезл будет по ней гонять. Он быстрый? Да. Это скоростной поезд? Да. Хорошо. Мы можем запускать Чезеля. Итак, дорога готова. Теперь можно ставить паровозик на рельсы и запускать. Остановка. Почему мы остановились? Остановка. Просто остановка. Станция? Да. Какая станция? Номер два. Должны люди выйти. Кто приехал на свою станцию, а другие должны зайти. Так, остановка сколько минут? Два. Две минуты. Все. Две минуты прошло. Отправляемся. Поехали. Тимоша, но это еще не все. Так как ты угадал по песенке, какой сюрприз я тебе приготовила, ты получаешь суперприз. Миньон! Ура! Сбоку открывается, да? Давай посмотрим. Все, он переходит через... А давай посмотрим, что миньон умеет. Он умеет, наверное, танцевать. Давай? Давай мы включим ему музыку, он потанцует. Давай? Да. Давай. Итак, музыка в студию. Миньон будет танцевать. Миньон танцует на поезде. Что случилось? Миньон столкнул поезда.
Забуксовал? Да. Все. Забуксовал. Тим. Тима. А у меня идея. Давай проверим, а сможет ли нас Чезл поехать по мосту? Давай. Включаем? Да. Чезл застрял. Дорога сломалась. Авария. Не смог наш Чезл выехать на мост. Да еще и ко всему поломалась дорога. Что делать? Я сейчас починю ее еще. Давай, чини. Чезл оставь на рельсы. Мам, может, давай без вагонов попробуем? Давай попробуем без вагонов. Может, без вагонов он поедет? Выключай его сначала. С горки спускай. О, ставь на мост и включай, как он будет съезжать с горки. Вот сюда на мост ставь. Давай посмотрим. Так. Поставил. Ух, с горки весело он спустился. А ну сейчас на горку. Без вагонов! Класс! Ему уже не тяжело, и он очень классно ездит. Смотри, у нас по мосту. Видишь, вагончики просто ему было тяжело тянуть. Супер! О! Авария опять. А, тут же дорога сломалась, потому и авария случилась. Сломалась дорога, поэтому авария случилась. Так. Поехали! Опять авария. Не может он с горы спускаться, ему тяжело, большая скорость и сильно резкий поворот. Еще? Да? Да. Убирай мост. Не хочу. Итак, у нас поломался кусок дороги, но Чезл об этом не знает и мчится по дороге быстро-быстро. Посмотрим, что же будет. Он застрял, не может ехать под горку. Вот что происходит, если дорога поломана и тебя не предупредили. Можно ехать. Ух ты, какой он молодец. Смотри, он не хочет в пропасть. Он остановился. Молодец. Вот какой он исчезнет. И перепрыгивает. И перепрыгивает? Ну, конечно, он же суперпоезд. О! Член, но не хочет. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Прикольно. Вау! Ты чё? Он починил вообще? Да? Да.
Почему? Завалил мост? Да. Я не хочу. Противный, честно. Чемодан. И что яйк? И подписывайся на канал. Молодец. Пока-пока.